Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. В канцелярии Эрдогана сообщили о том, что в ходе последнего телефонного разговора вот лидеры двух стран договорились о визите Путина в Турцию непосредственно. И сегодня наш министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что Эрдоган – это единственный человек на планете, который может вернуть Путина в зерновую сделку. Есть ли у вас ожидания, что действительно вот в ближайшее время может произойти эта встреча? Ну и в целом, какие шансы, что Путин таки вернется в зерновую сделку, прежде чем действительно разбомбит все наши порты? Если они встретятся, значит, Эрдоган его уговорил. Значит, что-то такое Эрдоган предложил. Что может предложить Эрдоган в нынешней ситуации, когда нет силового давления на Россию? Вот он бомбит порты, Эрдоган же не может заставить не бомбить порты. У него нет для этого сил и средств. Силы и средства, вот, и в первую очередь, да, находятся у США, у Запада. Поэтому нужно в первую очередь показать эту силу. Если эта сила не будет показана, я просто не знаю, каким образом он будет. Тогда смысла нету у России в том, что зачем они выходили. Они же выходили конкретно. Они под этот выход построили саммит России и Африка. Они сделали. Вот они, надо сказать, что системно, грамотно поработали. Да? Я сказал, что вот предварительно выход России из зерновой сделки и вот это бомбежки, и вот это саммит Африка-Россия, это показало о том, что Россия более оперативно провела вот эту кампанию, шахматную партию. Вот в этом отрезке Россия победила Запад. Потому что Запад ничего не делал. Да? Она только наблюдала и выступала с декларациями. А вы же должны что-то делать. Как реагировать? Да, я согласен с Дмитрием Кулебой, что сегодня на планете вообще два человека есть, которые могут повлиять на президента России. Это президент Турции и лидер Китая. Больше никто. И эти, в последнюю очередь Путин хотел бы с ними ссориться. Это однозначно, да, это правда. Но он же прекрасно понимает возможности и президента Турции, и возможности лидера Китая. Это давайте мы тоже будем объективными, мы же не будем... Да, вы знаете при всем моем отношении к Турции, и как я отношусь, и поэтому я тоже не буду же шапкозакидательством заниматься. У Турции есть рычаги влияния на Россию, и у России есть рычаги влияния. Да, в этой партии сегодня белые фигуры на стороне Турции, это однозначно, и как члена НАТО, и как президента, которого избрали на голосовании, весь мир это видел, весь мир это принял. То есть здесь все видно, да, и демократически избранный президент, член НАТО эта страна, плюс эта страна поддерживает Украину, и при всем при этом эта страна имеет определенные отношения с Россией, и ситуативные, так сказать, да, и на этих ситуативных отношениях зарабатывает и Россия, зарабатывает та же Турция, а в этой ситуации России это более важно, потому что западное направление закрыто, и остались только Китай и Турция, вот это два варианта, да, то есть восточное и через срединный путь, да, через Южный Кавказ, и Россия в этой ситуации не хотела бы не ссориться ни с Турцией, ни с Китаем, но она может и не ссориться, она может просто не выйти на этот зерновой контракт, будет бомбить, потому что, вы же видите, они регулярно бомбят. Если они регулярно бомбят даже после этих телефонных разговоров, это говорит о том, что никакой договоренности пока на эту тему нет. То есть он, скорее всего, он так говорит: я буду бомбить, пока я это все не разбомблю. Если они не хотят этого, они должны прикрыть небо. Если они не прикрывают небо, зачем я должен? Я от этого выиграл. Я вот встретился с африканцами, я им предложил зерно. То есть вот и ворованное зерно в том числе. То есть я покупаю эту Африку. Он списал им 23 миллиарда долларов этим африканцам. Он с каждым из этих президентов, которые к нему приезжали, договаривался. Он показывает им, вот посмотрите на Нигер, видите, я в Нигере совершил переворот, там русские флаги, видите, французов выгоняем оттуда, американцев оттуда выгоняем. Точно так же я могу это организовать и по всей другой Африке, и в вашей стране. Могу оказать вам поддержку, если вам там оппозиция нервы треплет и так далее и тому подобное. Да? То есть зерном помогу, с деньгами помогу, помогу сохранить вашу власть. Но могу и дестабилизировать, если будете много выпендриваться. Все. Америка далеко, Европа далеко, вы же видите, они никак не вмешиваются. Они все время не телятся. Они боятся того, что, не дай бог, один дюйм земли НАТО будет разрушен. Поэтому они всячески, да, вертолеты залетают на территорию Польши, они даже их не сбивают. А вспомните, как Эрдоган в 2015 году в течение 5 минут дал команду и сбили. Здесь нужна харизма, здесь нужна политическая воля, здесь нужен душок, да, как говорится. Этого душка я сегодня на Западе ни у одного лидера не вижу, включая президента США, я имею в виду, в принятии решений. Да, потому что они занимаются сдерживанием, и они хотят, чтобы все происходило на территории Украины. Эрдоган другой, Си Цзиньпин тоже совершенно другой во взаимоотношениях с той же Россией. Поэтому он с ними ругаться не хочет, он с ними цапаться не хочет. Другое дело, да, они могут встретиться, но опять же, не обязательно в Анкаре. А встреча в Анкаре, это в первую очередь нужна тому же Путину.
Она не столько нужна президенту Турции. Президент Турции может с ним встретиться и в Сочи, и в Москве. Тысячу раз с ним встречался, никаких проблем не было. Да? Это Путину нужно, чтобы вырваться. Но для того, чтобы Путин вырваться оттуда, он должен быть уверен, что он впервые может посетить эту территорию члена НАТО. Да? Значит, ему гарантии это должен дать этот член НАТО, да, президент Турции. Да, президент Турции эти гарантии может ему дать. Так же, как и лидер Китая. Да? Если он завтра в Китай поедет, но вы же видите, он даже в Китай не едет. Он даже в Китай не поехал, да? То есть, если сравнить Китай и Турцию, он в Китай, наоборот, еще более спокойно должен ехать. Да? Китай не член НАТО, если НАТО пошло, да? И Китай географически смотрит, где находится. И он опять же туда не поехал. Поэтому это очень важно понимать, чтобы оценить. Здесь фактор визита нужен Москве. Это ни Китаю, ни Турции не нужен. А фактор того, что влияние, да, влияние они имеют. Но они, вы заметите, и Китай точно так же сегодня не завинчивает гайки. Он тихо-тихо наращивает свое преимущество, наблюдает. Ему нужно ослабление России, сделать ее удобоваримой для переговороспособной с тем же Китаем. Но он разрушение России, падение режима Путина, он этого категорически не хочет, потому что ему это не нужно, ему это не выгодно. Более того, он понимает, что это даже не выгодно Соединенным Штатам Америки, потому что Соединенные Штаты Америки разными окольными путями это стараются объяснить. То есть они говорят о том, что мы не дадим Украину в обиду, а территорию России мы готовы дать под крылышко того же Китая. Да? Только надо сначала разрулить эту войну. Вот как разрулить эту войну, они этого не знают. Поэтому вот они будут встречаться в Джиджи, поэтому они встречались и в Копенгагене. И здесь очень важно присутствовать на этом процессе всегда. Поэтому Украина должна быть везде. И в Дании, и в Джиджи, и в Организации Объединенных Наций, и на саммите двадцатки, на саммите семерки, на всех площадках. То есть везде это не обязательно. Зацикливаться только на коллективном Западе, на НАТО и на Евросоюз. Это была большая ошибка. Надо ездить и в Латинскую Америку, надо ездить в Африку. Вот видите, как из Африки Россия выжила хорошую, так сказать, информационную картинку, политический момент. Она опередила в этой тематике тот же Запад. Поэтому ну, Украина не виновата, у Украины нет этих средств и возможностей. То есть это ошибка, в первую очередь, США, Евросоюза. И поэтому Украина должна именно здесь также работать и с США, и с Евросоюзом. При их помощи, вот как, например, при их помощи вот состоялся этот саммит в Дании. При их помощи вот сейчас они собираются в Джиджи. Это однозначно, потому что, если представьте себе, там нету США, там нет ключевых союзников, нету это представителей семерки, но там Украина одна появится. И что дальше? За Украиной должна быть сила. За Украиной должна быть политическая сила, за Украиной должна быть информационная сила, за Украиной должна быть, в конце концов, военная сила. И когда это все вместе Украина сможет демонстрировать, тогда это будет и давать конкретный результат. Да, так і є. Я поки обращусь к нашим зрителям. Друзі, якщо вам цікаво, поставте, будь ласка, обов'язково лайк під цим відео, підпишіться на наш канал, поділіться цим посиланням на, власне, наше відео, на нашу розмову з вашими друзями, з близькими, всіма, кому це може бути корисно і цікаво. Ну і так само в коментарях діліться своїми враженнями.